В 2022 году доходы бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа составили 5 700 миллионов рублей. В целом первоначальный план выполнен на 130%. Это на 1 317 миллионов рублей больше первоначального бюджета, который был принят в декабре 2021 года. По сравнению с 2021 годом доходы бюджета увеличились на 1 636,5 миллионов рублей, в том числе собственные средства на 185,5 миллионов. Всего в отчетном году в бюджет городского округа поступило собственных средств 1 405,3 миллиона рублей. Средства областного бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов поступило 4 296,4 миллиона рублей, что на 1 450 миллионов больше, чем в 2021 году. При этом выполнение к первоначальному плану составило 136,2%. Так, увеличение по дотации составило 342,7 миллионов рублей, по субсидиям 625 миллионов, по субвенциям 153,7 миллионов рублей. Структура дохода бюджета городского округа состоит из трех составляющих. Это собственные средства бюджета, межбюджетные трансферы, имеющие целевое назначение, а также дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов. Доля дотации в структуре доходов по итогам 2022 года составила 11,2%. В денежном выражении это 635,2 миллиона рублей. Основным условием получения дотации является обязательства, направленные на социально-экономическое развитие и оздоровление муниципальных финансов. Так, в отчетном финансовом году муниципальным образованием обеспечен рост налоговых и неналоговых платежей в бюджет городского округа на 21,7%. В установленный срок проведена оценка налоговых расходов бюджета городского округа. За отчетный год не допущено установление расходных обязательств, не связанных с решением местного значения. В основе расходов городской казны, а это порядка 5 669 миллионов рублей, лежат 23 муниципальные программы, большая часть которых имеет социальную направленность. Образование, культура, спорт, социальная поддержка, молодые семьи, молодежная политика, создание доступной среды для инвалидов. За отчетный период расходы бюджета в сравнении с 2021 годом увеличились на 39,7%. Галина Ильина, Павел Желтиков, Ария Ленинск.